Дорогие друзья, у меня не оказалось майонеза, и я решила его приготовить сама. Давно я это не делала, и давайте с вами сделаем домашний майонез. Здесь я налила уже масло. У меня вот есть такая емкость, она идет вот с таким погружным блендером. Хорошо, когда в блендере вот такая вот есть такой колпачок, которым можно покрыть желток от яйца. Если же у вас нет такого приспособления, вы будете делать другим блендером, тогда нужно сначала взбить яйца со всеми ингредиентами, а потом уже с тонкой струйкой наливать масло. Но у меня такое приспособление есть. И я уже сюда налила масло. Я налила 300 миллилитров, ну почти 300. Мне будет нужно одно яйцо, столовая ложка лимонного сока или уксуса, это уже на ваше усмотрение, чайная ложка горчицы, чайная ложка сахара и чайная ложка соли. Вот. Лучше делать в емкости, в которой и будет храниться майонез. У меня вот такая емкость, она уже с крышкой, и поэтому я могу не перекладывать, закрыть и убрать в холодильник. Можно сделать в банке, а потом закрыть крышкой. Так, что нужно нам? Яйцо. Все должно быть комнатной температуры, для того, чтобы получился майонез. В масло разбиваем яйцо, чтобы так аккуратно, чтобы не повредить желток. Так. Затем добавляем лимонный сок. Добавляем, так, нужно взять другую ложечку. Добавляем горчицу. Горчицу можно, чайную ложку можно побольше, чтобы кто любит поострее. Так, чайную ложку сахара. Ну, у меня вот такая маленькая-маленькая ложечка. Можно еще немножко добавить сахара. Так, и чайную ложечку соли. Тоже у меня чайные ложки не очень большие. Да что ты будешь делать? Вот, соли. И теперь что мы делаем? Опускаем вот этот вот венчик так, чтобы захватить желток, не повредив его. Вот так захватить. Прижимаем ко дну и начинаем взбивать, не отрывая. Когда уже желток взобьется, мы начинаем такие делать манипуляции туда-сюда. Я сейчас звук отключу, поэтому вы смотрите, как у меня это все будет. Пока не начнет выползать оттуда густая масса, венчик не нужно вверх поднимать, иначе может не получиться майонез. Начинаем. Yeah.
такой густой майонез получился, вот просто его не поднять. Вот. Если осталось там немного масла, то можно еще взбить. Вот он такой, видите? Такой пышный, густой майонез. Такой вкусный. Давно не делала, обычно ленюсь и покупаю в магазине. Но сегодня мне нужно замариновать свинину. И мне срочно понадобился майонез. И я подумала, почему бы не сделать его самой. Так, можно еще взбить немножко. Вот. Все, достаточно. Вот такой густущий-пригустющий майонез у нас получился. Все его вот так вот счищаем. Вот, видите, какой? Просто от ложки не отваливается. И буквально, ну, минута, да? Минута. И майонез готов. Ну, и вот такой вот майонез получился. Он просто густой, он даже не вываливается из этой емкости. Закрываю его крышкой и где-то в течение недели он может храниться в холодильнике. Наверное, с уксусом он будет храниться дольше, но вот с лимонным соком все-таки полезней. Здесь ничего нет вредного, да? Ну, достаточно то, что вот подсолнечное масло только, да, рафинированное. А так горчица, яйцо, лимонный сок, сахар и соль. Все. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием в домашних условиях вот такой вот замечательный майонез. Быстро и вкусно. Всем пока!